Встреча, несмотря на торжественный старт, получилась неофициальной и проходила в непринужденной обстановке с воспоминаниями, награждениями и историями из студотрядовского трудового лета 2017-го. А вспомнить действительно можно много. Ребята трудились не только на многих предприятиях и организациях города и области, но и далеко за пределами Брещины. У нас довольно хорошее продвижение в плане отрядов международных. Если раньше у нас отряды не выезжали уже в Западную Европу, то есть в Евросоюз, такого не было. В этом году нам удалось сформировать несколько отрядов, которые побывали и там. В основном наше направление, это было российское направление, педагогические лагеря в Ейске. На севере работали ребята, а как бы в Европе такого еще не было. Вот в этом году впервые попробовали, получилось, понравилось, хорошо, результативно, с хорошим заработком. В нынешнем году брестская молодежь трудилась в составе студенческих сельскохозяйственных и строительных отрядов в Польше. Такой опыт позволяет строить перспективные планы и на следующий год. В 2016 году немножко эта работа была упущена в вопросах даже деятельности студенческих отрядов на российских железных дорогах. В 2017 году, благодаря деятельности областной организации БРСМ, городской организации БРСМ, всех заинтересованных структур, удалось, так скажем, организовать трудоустройство молодежи за рубеж. На самой масштабной стройплощадке Беларуси в огромной всебелорусской стройке Островецкой атомной электростанции работали более 300 брещан. К слову, для ребят это не только возможность заработать и набраться опыта, но и внести свой вклад в социально-экономическое развитие страны. Если говорить о перспективе трудоустройства, город Брест, город, который готовится отметить свое тысячелетие, и в городе Бресте ведутся большие обширные стройки, где наша молодежь сможет приложить свои усилия. В первую очередь, я будущий педагог, и мне это очень важно как практика. Вот. Плюс мне очень нравится работать с детьми, вот все это движение, это очень здорово. Благодаря БРСМ меня устроили работать вместе с моими друзьями, то есть нас отправили педотряд, 10 человек. Вот, и уже мы вместе, мы уже друг друга знали, мы могли друг другу помогать вот там вот на работе. И, ну, если бы это был бы не БРСМ, то было бы очень сложно устроиться 10 людям в один лагерь. В общей сложности за 3 летних месяца Брестская городская организация БРСМ трудоустроила порядка 600 учащихся и студентов Бреста. Организовано 54 студенческих отрядов. Однако третий трудовой семестр еще не закончен, работы продолжаются.